Так, а я почти закончил собирать. Почти что. Осталось сидуха, кулиса, провод кинуть на дублирующую глушилочку. Вот сюда вот врежусь. Тут сейчас разберу. В этот провод врежусь и на массу. То есть и там будет. Ну, тут включить на постоянку, а здесь глушить будет. Все, тросики. Вот этот тросик сегодня искал, капец длинный. Еле-еле на разборке нарыл. Пришлось его укоротить. Это газ, газуля. Не знаю, снимать видос, не снимать. Про газулю. Здесь такая специальная шайба. То есть, когда вот газуешь, вот этот ручной газ, он вот так вот ходит. Да я, наверное, засниму видосик. То есть, вот он, газулька. Вот так натягиваем. Допустим, вот он идет там в полгаза, а если надо резко газануть, то спокойно можно просто взять и добавить газа. При этом ничего не меняется. Потом бросил, он в том же, в среднем положении и пошел работать. Сбросить, взял, сбросил. Вот. Простой такой механизмик, просто выпилил вот такую длинненькую такую приблудинку. Так, с капотом вроде бы все. Здесь такой уплотнитель, чтобы он не гремел. Вот сюда. Он такой жирненький получился. Вот. Но он скобами. Вот такая пена, она там с одной стороны наклею. Но чтобы закрыть, надо на него чуть-чуть прижать. Это специально замки так сделал, чтобы этот, чтобы он в натяжечку и дожимал. Но не до конца дожимал. Зазорчик есть. То есть, чтобы краска не царапалась. Осталось крылья еще прикрутить, принести. И навеску собрать. На навеске забыл. Забыл просверлить вот здесь вот. У меня там уголки, сейчас принесу, нацеплю, пока она не собранная, вот эту часть. Размечусь и просверлюсь. Это на жесткую крепить, когда вот так вот поставил, там пашешь, чтобы она там не гуляла, не болталась. Два болта вкидываешь, ключом прикручиваешь, и тогда она вообще жесткач стоит. Так что я сегодня закончу собирать. Сейчас полозья, сидуха, не, полозья потом, сейчас навеска вот здесь, вот колеса принесу, накачаю, засверлюсь. Масло залить нужно сюда, не залито, и забыл я масло в коробку залить. Придется нагнетатель нести, откручивать сейчас гайку так снизу, и нагнетателем качать. Надо было ее залить, когда она была снята, было бы удобно, ну забыл. Бачок у меня вот так вот. Врезанный в пол. Вот это вот снимается. Здесь специально так выпилено все. А бачок остается на месте. Там шланочка вот так вот без перегибов, без ничего. Так вот в сторону пошла и опустилась. Тормоза прокачаны. Вот как-то так. Привет! Друзья, всем привет! В общем, тракторок готов, полностью собран. Вот такой внешний вид. Снимаю сейчас на ширик, поэтому, чтобы он весь в кадр влез. Поэтому он кажется таким маленьким. На самом деле он нифига не маленький. Навеска ручная, под левую руку попросили сделать, потому что заказчик левша. Сказал, сделай как у тебя. Вот, как-то так. Заводилка с той стороны, глушилка дублирующая с этой стороны, чтобы не тянуться до движка. Все то же самое. Здесь ручной газ. Это заслонка на карбюраторе. Средняя не задействована. Хотел сделать ручник. Ну, блин, посмотрел. То, что я хотел, ну нифига у меня не получилось. Вот, как-то так. Тут бардачок.
под сидухой. Вот так она откидывается, сидуха. Там два ремня и шкивок поменьше, чтобы его делать тихоходным. Вот, как-то так. Двигатель полностью спрятан. Здесь под навеску, так же как и у меня, чтобы можно было ее оттуда отстегнуть и поставить ее вперед. Вот. Такая же съемная на двух штырях. Просто их сиденье отодвинул, достал, скинул. Если она не нужна, и габарит уменьшится. И же не постоянно работаешь. Вот как-то так. Дождик накрапывает. Все замечательно, все чудесно. Мне нравится. Никаких наклеек, никаких названий не делал. Фары не подключены, но они есть. Захочет, человек сам подключит. Тем более уже и место для них, и только подключить. Вот как-то так. Это уже насколько фантазии хватит. Все, сейчас звоню заказчику. Пускай едет, забирает тракторюшку. И будем делать другой, мужики. Другой такой же миник, но будет уже с гидравликой. Вот, блокировка моста будет. Ну, скорее всего, винтовая. Вот. То есть самоблок будем ставить в мост. Человек попросил. Ну, гидравлика будет. И тоже будет такой вот подобный вариантик. Ну, мотор уже будет стоять помощнее. Лошадей 17. Ну и сделаю его чуть-чуть пошире, так чтобы он хотя бы вписывался в тот габарит, который я задумал, мужики. Человек полностью доверился мне. Вот следующий заказ тоже будет полет фантазии. Вот что мне нравится, никто не ограничивает в этом. Алло. Игорь, приветствую. Здорово. Не отвлекаю там. Да, нормально, говори. Ну, что хочу сказать. Тракторок не получился. Пришлось его немножко распилить. В общем, готов вернуть деньги полностью. Да ё-мо, а чё так, Сань? Мне не понравилось. Чё, блин, ну, блин, нормально ж мы приезжали, нормальный был вроде. Ну, казалось, да, но на самом деле нет. Понятно. Да ладно, шучу я. Я такой нительный, ты мне тут заколебал. Полностью готов, полностью собран. Сейчас вот забыл, пойду сейчас под сидуху положу документы с движка, там ключи с набора, угу. Можно забирать. Фу, ну ты шутник, ё-моё, да второй раз. Не успел до 1 апреля просто. Да ты 1 апреля хорошо, там молодцы, там слепой, там выложил. Все, поехал, тракторишка. Давайте. Как-то так.